На фабрике сейчас забастовка. Рабочие отказываются работать, пока Петрова и Вечина восстановят в должности. У Полины с Виктором получается заставить цех работать. Петр не может простить Ксении предательство. У Алины, технолога фабрики, появляется навязчивый поклонник Ваня. Она просит Миронова помочь от него избавиться. Катя и Света решают снять музыкальный клип на фабрике и послать его на конкурс. Полина врет матери, что у нее есть молодой человек. Татьяна ждет их на ужин. Полина просит Виктора подыграть ей. Татьяна и Николай Алексеев, отец Полины, быстро понимают, что это спектакль. Ольга Кокарева приходит к Петру Ваевичу в больницу и просит прощения. Он понимает, что ее заставили проголосовать против него.